Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Пресс-старт. Я, как всегда, Николай, Ник, там, как хотите, без разницы. Кому как удобнее, кому как нравится. Продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И теперь интересно, что же нас ждет, меня и дачи Вандерлинда в офисе шерифа? Интересно, интересно, чем же закончатся наши братские отношения с законниками? Конечно, конечно, да, что-то распинается. Американское самогоноварение. О, прям этим я сейчас и занят. Он охотник и убийственно хорош. Артур, я полагаю, ты не успел представиться мистеру шерифу Грею. О, Грей. Дориан Грей. Не жалуюсь, опасная у вас была работа. Правда? Вы можете не разыгрывать этот цирк, сэр. Жизнь может быть несправедлива, это да. Но ни один человек ничего не должен другому. Нет, сэр, мне кажется, эта судьба сурово с вами обошлась. А, да он подвыпитый. А, муншайн обтрескался. Нормально, здесь Роузи найдется работа для честных людей. А, да и нам дает залиться. Хе. Крепкая штука, да, конечно, градусов 50. Ого. Все, понеслась. Все, ему больше не наливать. Хорош. О, все. Пиздец. Я же говорил, что мы сделаем карьеру. Помощники шерифа. Ты окончательно спятил. В кабане этих пьяниц, недоумков и рабовладельцев. О, мы честные воры. Просто обязаны стать поборниками морали. О, обратно, а, шериф Грей. Вы вернулись. Послушайте. В этих лесах кто-то варит самогон. Из-за этого страдает целая репутация округа. Что ж ты его закидываешь-то за воротник, как не всегда? Как не в себя. Вы можете вырыть эту заразу с корнем, а я подумаю, не делать ли вас постоянными. Мне нужно посидеть немного. А, у него вертолеты пошли. Совершенно никаких. Теперь вы в надежных руках. А, но при этом сам с этим самогончиком-то закидывается. Молодец, молодец, чтоб бухнуть-то всегда гораст. А, поедешь с помощником шерифа в повозке. А, автозак, нормальная тема. Арчибальд. И что дальше? Как вы? Неплохо. А ваш друг, он как взялся за ум? Да, кажется, он усвоил урок, ага. Опять пошел кого-то грабить. Поздравляю, во времени стали помощниками шерифа. Округа Скарлет Медоуз. Многие города делают грязную работу руками охотников за головами. Но шериф Грей считает, этот закон должны блюсти законники. Ха. Вообще принято слушать старших по званию. Ну да. Дальше есть. Ну конечно, черт побери. Работа опасна, но просто держитесь меня, и все будет в порядке. Да это ты держись нас, это мы тут белки в глаз. Арчибальд, хочешь напомнить вам, что здесь главный? Конечно, кто же еще-то, ага. Вы здорово помогли нам с историей с Андерсонами. Я замолвил за вас словечко шерифу. Да молодец, молодец, мы это ценим. Конечно, мы это ценим. Честные воры, ага. Ценим. Лично я хочу, чтобы их сдернули, ну да ладно. Значит, эти самогонщики, муншайновары, не просто самогонщики, брейтвейты. Я рассказывал вам про брейтвейтов. Нет, ты не рассказывал, ну давай еще. Старая семья хлопковых плантаторов имели целое состояние, пока... Но пока они изменили законы о труде. А, рабовладельцы. Теперь они варят самогон. Ну а правильно, а что, как-то крепиться надо, и дистилляты спрятаны по всему Лейману. Как только мы ломаем одну, тут же где-то появляется другая. Это можно было бы назвать падением. Но они с самого начала были на самом дне. Ну да, нам некогда заниматься неплательщиками налогов. Говорят, что Кейтрин Бейтвейт увлекается... Чем она увлекается? Дорогим хобби, разведением чистокровных лошадей. Нет, не интересно, Муншайн рулит. В общем, я слышал, что эти семья воюют, а воруют между собой за золото. О, такие ходят слухи, да? Пусть ходят, блядь. Но это случилось так давно, что поди разбери, где правда, где ложь. Нелегко быть богатым, да? Ну да. Наверное. Значок вам лицу, мистер Уильямс. Да, мне тоже так кажется. И у нас тоже значочки есть. Приятно слово послужить своей стране. А чё, наша лошадка... А, наша лошадка сзади бежит.
Стойте, видите эту повозку? Ага, видим, ларек. И чё, мы остановились? Да, блин. А, тут кого-то это... подбили. Вон два крестика лежат, два трупачка. Блин, а если я сейчас, проклятый мух, клянусь? Консервы надо брать. Да, ёлки-палки. Смотрите в оба. Ну, эти уже точно ничего не встанут. Эй, я хочу его обворовать. Это произошло недавно. Ну да, недавно. Ну, чё он там? Эй, подойди сюда и гляньте. Да ща идем, подожди, не ссы, идем. Опа. Костюм и галстук, одна пуля аккурат в лоб. И чё? Готов поспорить, это поработали налетчики из Леймана. А, мы откуда? А, мы из Блэквотера. Я впечатлен, у вас хорошее чутье. Угу, хорошее, отменное. Как, блядь, швейцарские часы. Но при нем есть документы. Ладно, нам пора. Нормально так расхерачили повозочку. Я прошу сюда кого-нибудь. Ну, давай, присылай, чего уж тут, блядь. Ну чё, погнали дальше, я не знаю, блин. Хорош уже тут разгуливать. Артур, твою мать, тебе не на лошадь, тебе сюда. Давай. А, во, молодец. Я хочу взглянуть на эти бумаги, примите поводья. Ну все, понеслась, блядь, я вам сейчас покажу тут, как это, блядь, делается, нахуй, а то, блядь. Поехали, ёпта. Дикий западский форсаж, блядь. Ну, а кучка анархистов, бывших военных, безо всякого уважения к закону. Да, вот, блядь. Чё, не слишком быстро? Да нормально. На перекрестке поверните направо. Судя по всему, у вас работа, непочатый край. Ну да, непочатый. Ещё веду с ними дела, ни стыда, ни совести. Ох, бля, пиздец, туман, ебать. Хоть глаз выколи, нахуй. Молоко. Бля, а ручник у нее есть? На ней жизни всяко он насмотрелся, были священником и шерифом. Да похуй, кем ты был. Мог любого матроса перепить в легкую. Правда, одна ладонь у него была крошечная, как у ребенка. Опа! Становись! Наглядно говорит о том, что эти люди брейтвейты. Следите, следуйте за Арчибальдом. Хули, я думаю, за ним-то, блядь, следить. Ох, блядь, пиздец, нахуй. А где? Ну-ка. Лошадка. Ёб твою мать, лошадка! Где моя волына, что побольше? Оружие на лошади. Ага. В магазины карабин. Карабин Ланкастер. Давай, цепляй уже пушечку. Во. Арестуем всех и прикроем эту лавочку раз и навсегда. Да, блин. Блин, не, ну красота. Так-то красиво, да. Опять стелсовые миссии. Да хорош. Дайте жухнуть по ним, блядь, Ланкастера. Опаньки. Видите? Да что мы там видим? Нихуя мы там не видим. Что я говорил? Тут полно паразитов, но только нашу красную нору par excellence. Как говорят в Париже. Мне... моя тетя была в Париже. Да всем насрать, где твоя тетя была, блядь. Давай уже к делу. Он никогда не умел красиво говорить. Ну и что решить? Но для этого дело подходит лучше всех. Давайте разделимся, Артур с Биллом и я с Арчибальдом. Парни, вы направо или налево? Погнали налево. Мы пойдем налево. Помогите Биллу вырубить самогонщиков, не поднимая... Ай, пиздец, блядь, не поднимая шума. А, да вот сюда же надо смотреть было. Я думаю, куда мы нахуй там смотрим? Чтобы не попасться на глаза самогонщика, используйте мини-карту. Да вижу я, блядь, мини-карту. Просто вырубим их и совяжем. Опаньки, блядь, а он шраёбится там ходит. Холь ты шраёбишься, блядь. Нихуя себе он, блядь, плавец, плавун, ебать. Бил. Я пойду сам, короче, жди здесь, да. А чё надо сделать-то? Как его вырубить? А, вырубить просто. Бах!
поебалу на. Кажется, еще один охраняет дистиллятор, я пока скручу этого. Да пиздец, ага, я все сделал, блядь, а он тут будет скручивать. Фонарики себе, блядь, поскручивай нахуй. А я, блядь, в припрыжку, как конек-горбунек, блядь, поскачу. Блядь, места живописные. Опа, опа. Еще один тут, блядь, муншайна варит. А, так они, вот они, прям тут и варят, не отходя от кассы. Нормальная темка. Че? Ну да, вон она, на, самогонный аппарат старый, добрый, блядь. Вырубите последнего самогончика. Туньс. Все, пизда рулю, ебать. Связать. Ну все, тебе пиздец. Гуарама, Ром, поднимите самогончик. Да нахуй он нужен, блядь, его еще тягать. Ну, пиздец. Ха, выбросите, отнесите самогончик к повозке. Да пиздец, но он же нихуя не легкий-то, блядь, я с ним бегать еще. Бля, просто в воду скинуть завязанным, да и все, хороший. Пущай там, блядь, рыба кормит. Отлично, джентльмены. Ну а хрен ли толку-то самогона, мы себе не взяли, че, блядь. Нахуй мы вообще сюда ездили, отвезите самогончик к повозке. А, не, все нормально, все нормально. Бросай его в кучу, да бросаю. Бах, ебать, бедолага. Кажется, это все. Что нам делать прямо сейчас? Наебенится самогона, все это лучше. Да, да хорош, уничтожить, блядь. Ну как так-то, ну что, блядь, ну люди ж старались. Прикрепите динамит к дистиллятору. Сука, люди старались, гнали Сэм. Пришел, блядь, все распидорасил. Сука, дистиллятор-то хороший. Бля, вообще четкий. Медный аламбик, ёпти, блядь. Не, мне кажется, надо просто с другой стороны, ебать, обходить. Сейчас запортачишься, нахуй, пиздец, вспоминай, как звали, нахуй. Начинать сначала. Так, динамит. И че, и куда? А, че, просто, что ли, кинуть? Да пиздец. Оп. Это, собственно, с налетчиков из Леймана, ублюдки. Опа. Началась пальба, хорошо, заебись. Там люди, да похуй на этих людей. Ебать, что-то дымовато как-то тут нахуй стало. Ебать, хижину распидорасило. Опа, началась движуха, движняк. Где? Нет, это свой. Я бы... А, вот он, ты, на, нахуй. Белки хуй отстреливаю, блядь, набегу, нахуй, а ты, на, нахуй. Куда собрался, блядь? Уякс, меткий глаз, блядь. Грязного Джо. На, нахуй, блядь. Я смотрел все части Терминатора. Уп. А, вон он ты, блядь. Сюда идут другие. Да похуй. А чё ты так стреляешь-то дико? А, вон они, блин, нихуя, он прям тут близко. Ты чё, куда, сука, Ты чё, блядь, нахуй? Ёптис, на, нахуй. На, по башке, ебать. Это кто такие? Свои, нет? На. Бля, у нас же динамит есть, а чё бы и нет. Подожди-ка. Хорошную нахуй зажигать, а то, блядь, взлетим все к ебеням. Опаньки, чуть своего нахуй не вы это не ёбнули. Бля, и грабить-то тебе нельзя, мы ж, блядь, поборники закона, ёбаный рот. Сука, плашечка, блядь, ограбить закрыта, ну не пиздец ли, а? Да пригнись нахуй, старый. На, блядь. На, ебать. Нихуя, ты откуда вылез, блядь, нарисовался. Подожди, ограбить. О, патрончики дробовика. Ограбить. Похуй, грабим, нам нормально. Все заебись. Ага, их друзья. А, так, грабим, похуй на них. Похуй, они не видят.
А это конфискация улик, это улики, это улики. Мы собираем просто улики, ребят. Золотые пряжки, хуяшки, это улики. Ладно, встретимся там. Ну, менять я ничего не хочу. В принципе, у меня Ланкастер нормально, тем более такой затюненный. А вот что поживиться-то добыча. Ладно, хуй с ним, денег-то и так, в принципе, есть. Понеслась. Бля, ну места живописные, охуительно. А, да под пивко вообще заебись. Ни в коем случае не пропаганда. Так, ну чё там дальше-то будем? Ну чё, повезли их нахуй. Тележечку, блядь, к нам в лагерь. Так, чё-то мне эта хуйня не нравится. А, ей мне это нравится. Отлично. Охуительно. Ладно, извините, но хули, но у меня и моих людей есть и другие дела. Хм, похоже, нам не удалось уничтожить весь самогон. Ага, так что нам закончить дело? Не, нахуй не надо. Обычно забирают... А, как бы моя... Ха-ха-ха, все ясно. Я лучше пойду домой, пожалуй, возьму парочку бутылочек. На вы забирать остальное, но чтобы вы не остались в обиде. Особенно после войны, все мы прежде всего американцы. Само собой. Но мой кузен Вебстер... Он часто говорил, некоторые из нас не настолько уже американцы. Нормально, что с самогончиком притарились. Самогон — это хорошо, это вещь. Никчемная белая трудья, деревенщина, сволочи. Я знаю, Билли Лайм. Лайм. Наконец-то, говнюком. Давай-давай, двигай. Мы набрели на рай в крови тупых. Такое захолостное захолустье. А, что здесь даже мы будем гениями. Билл, ёб твою мать, вози отсюда это добро. Давай, ты поедешь со мной. Окей. Хули, Артур, ебать, окей. Босс, может спрятать рядом с лагерем? Конечно, покажи его Хози, он найдет ему применение. Бля, если туда, что Артур неприятный, да чё, вот вечно так. Судя по их воплям, я решил, что это покупатели. О, пиздец, бля. Эх, ебать, я даже лошади увязают в грязи. В грязи, ничего себе, стать помощником шерифа, спрятаться у всех на виду. А куда мы пошли-то? Эти законники, эти два семейства. Знаете, мне, ну тут можем всех обставить. Да, охуенно обставим всех, я тебе говорю, это очень духи Хузи. Бля, мне показывают, что надо, блядь, лошадку-то нашу-то почистить. Что значит, молодого дачи, я так же силен, как и раньше. Ага. Слушай, знаешь, может устроим гонку? Да пиздец, какая нахуй гонка. Ну давай, чё, погнали, ладно, принято. Молодчин, так как я скажу, приготовься. Да хорош бортоваться, блядь. Эх, нихуя себе, а чё ты так, блядь, быстро-то въебал? Что, под самогоном, под муншайном? Бля, может тебе в спину стрельнуть, ебать. Давай, коняшка, нахуй, сделай его. Ты всегда был скверным наездником. Да пошел нахуй. Сука, вот так тебя, блядь, ага. Глотай пыль, соси бибу, блядь. Всего доброго. Блядь, тут главное, чтобы лошадь не сдохла, пиздец. Вот и облом-то будет, ебать. Я, сука, у меня уже палец, блядь, мускулистый, нахуй, натренированный, блядь, вот на этой игре, блядь. Отлично, отлично. А, ну все, отстал, короче, он это, сдулся. Профукал. А ведь я помню, каким ты был в молодые годы. Да хорош меня отвлекать. Ты что-то прям ты меня где-то хочешь нагреть. Оп. Ничего себе, поворот прям. Жалко без заноса. Оп. Тут главное... Да ладно. Вот это прям лажануть так. Лажануть, а. Давай, коняшка, елки-палки. Ты что исполняешь? Ну, исполнила. А, коняшечка. Ну, исполнила, так исполнила. Не, ну может мы его, конечно, еще нагоним, если ему шмальнуть по спине. Эх, нифига он далеко-то как. А докуда-то гонка-то? Ладно, погнали. Если найдешь второе дыхание, то этой гонкой назвать будет нельзя. Да конечно, да я упал, да хорош. Я просто выбираю подходящий момент, дач. Я прям что-то, я даже не знаю, что там за подходящий момент. Не, ну я его вроде нагоняю. О, на тачанке погнали, время гололопа. Быстро перейдите на аллюр помедленнее. Да хорош. На аллюр помедленнее. Пока дачи не обставлю никакого аллюра. Опа. Да хорош, я это уже слышал. Видел он в молодые годы.
Блин, а вот тут, конечно, да, беда. Тут, короче, что-то лошади начинает плоховато становиться. И мне это не нравится. Оп! Чё, дач, не въехал в поворот, что ли? Блин, ну только не сдыхай. Вот это прям в натуре, как в Ведьмаке третьем. Так, подожди, а тоники есть? Ага. Давай, 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 лошадушка, погнали. Понеслась, родная, понеслась, понеслась. Я первый. Ха-ха-ха. Вот так вот, вот, дач. Накуси, выкуси. Да-да-да. О, началось, да? Время суровая штука. Погоняли, вот доживешь до моих лет. Тогда ты это поймешь. Всего доброго. Сегодня мы отлично повеселились. Ты, я собираюсь сказать, ты мне как сын. Но ты мне больше, чем сын. Ты мне дочь. Задание выполнено. Американское самогоноварение. Удерживайте, чтобы узнать. Что узнаем? Что узнаем? Так. Выполнить задание, не получив урона. Плохо. Совершить 10... Да, меткость... Блин. Ну, не все получается. Не все сразу. Ой, лошадушка, лошадушка. Ну, что ты наделала-то, а? Ну, так прекрасно все же начиналось. Так, что мы куда пойдем дальше? Не правда, жалобы, жалобы, жалобы. Опять начинается этот барагос. Так, ага. Так, что у нас тут есть? Молли Ошин, не хочу. Эбигейл, ай, блин. Мистер Пирсон. Новый вопрос о правах женщин. Ну, погнали, что погнали. Посмотрим, что там мистер Пирсон. Давай уже квиляй. А, мистер Пирсон, это этот мясничок. Опа, с этим можешь говорить, что тебе вздумается. На, предупреждаю, если я в ближайшее время отсюда не выберусь. Так, что, вмешаемся, вмешаемся, чуть-чуть, да что с вами обоими, ага. Всю жизнь строгать овощи я не собираюсь. Ой, извините, мадам. Ваши подушки слишком мало пуха. Нет, мистер Морган, я не против работы, но я хочу настоящую работу. А готовка это не работа? Ага. Баночка летает в воздухе, ништяк. Ну чё, чё? Мы с мужем работали вместе. Всегда. Я работала в поле. Я могу охотиться, управляться с ножом, могу стрелять. Но я предупреждаю, если оставите меня здесь, я сниму шкуру с этого жирного енота и состряпаю из него ужин. Ага. Ругня, ругня, ругня. Хорош, 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 хорош. Баба, ну пошли со мной. Хочешь выбраться отсюда? Наравне с мужчинами. Ладно. Но мы не только охотимся, мы еще и скрываемся. А те, кто охотится на нас, но у них тоже есть оружие. Я смерти не боюсь. Это хорошо. А ну что-нибудь, мистер Пирсон? Мы с мисс Адлер немного прокатимся. Да, конечно. Всегда ему что-то нужно. А, вот вам списочек. И не могли бы вы отправить это письмо, раз уж вы и туда едете? Конечно. Пошли, принцесска. Ты идешь, женщина? Как он прям таки... О, дилижанс, значит, мы повысили срезки овощей за походов за покупками. Да, хорош уже, ага. Подъезжайте к магазину. Письмо от Мирстона Персона, список покупок. Ладно, поехали к магазинчику. Сходим, так сказать, в местный супермаркет. Ну да, я же не посудомойка. Я не собираюсь подчиняться этому потному недоумку. Молодец какая. Но каждый из нас должен нести свой вклад в общее дело. А что, он на нее запал, что ли? Где это письмо? Вот, я читаешь его почту. Грубее, значит, грабить, убивать это нормально, а читать чужую почту за гранью дозволенного? Ну, как-то да. Держи. Дорогая тетушка Кэти, ну ты даешь. Я уж давно не получил от вас вестей, поэтому молюсь Господу о том... О чем о том? Что ваше состояние не ухудшилось. О, погнали, токийский дрифт, парам-пам-пам-пам, скукотища. Молодец. А, секунду, вот послушай.
Но с тех пор, как я получил от вас последнее письмо, я много путешествовал. О, поворот. И даже прославился. Ага. Мистера Пирсона знают все, конечно. Предупреждаю ваш вопрос, я все еще не женился. Ха-ха. Но, уверяю, дело не в недостатке невесты. Ах, старпер, блин. Эх, ну хоть раз говорил женщина, которая не платила. Да брось, каждый из нас прячется за словами. А еще вернуть Тациту Килгору. А, да, об этом это идея дача. Я еще, кто это такая, я просто не шарю. Это письмо отправляется одному и тому же адресату. Когда перемещаем лагерь в другое место, Страус отправляется в город. И говорит, что скоро ожидается корреспонденция. От Тацита Килгора, ну или кто-то еще его выдумал. Так, короче, ладно, все, погнали. Давай письмо сюда, пора заниматься делом. Да, пора заниматься делом. Ну что ж, нам сюда. Dry Goods Groceries. Ну, хорош, волыну достала. Угу, бандиты, но не идиоты. Правильно, верно сказано. Оп, под юбку. Ха-ха. Значит, ты пойдешь туда и купишь для нас еду? И никакой стрельбы. Ты уверен? Да, на этот раз. Время для убийств скоро настанет. А ты что будешь делать? Пойду проверю почту, ничего особенного. Почта от... Ай, мы что, до почты пойдем? Ну, блин, на почту. Самое интересное нам, конечно, на почту. Че у тебя там Гарольд? Гарольд и Кумар уходит в отрыв. Уп, хе. Опаньки. О, мне показалось, что он тоже в маске от ковида. Так, что тут? Поговорите с клерком, чтобы отправить письмо Пирсона. Да и ёшкин кот, не туда. Где этот клерк? Ничего, так с волыны спокойно хожу. Клерк станции. Отправить почту, отправляем почту. Да, хотел бы отправить письмо. Ага. Все, отправил, хорош, ладно, без проблем. Забрать, залезть обратно в телегу. Че, и все, что ли? Вот и все задание. Ну, что-то как-то жиденько, честное слово. Из дороги. Я сейчас, блин, мне нельзя что-то стрелять. Дач просил не стрелять. Ладно. Опа. Я стараюсь, стараюсь усерднее. О, ничего, ты приоделась, что ли? Откуда бабосики? Оп. Дождитесь Сэдди. Ага, спасибо, это вам. Ну, если не хотите обратить обратно, господин. Мне не нужна была эта чертова помощь. Может, ты сядешь? Ну же, леди, поскорее. Мне нравится Сэдди, а не леди. Какая, а? Ну что, ты все купила? Вроде да. Ну, а и кое-какой одежды, да? Не начинай, я буду носить все, что захочу, черт побери. Я же говорил, мы сможем всю работу делили пополам. Я не была милой женушкой, цветов в глазах не носила, вишневые пироги не пекла. Не сомневаюсь, теперь видите те, что надо. Скоро начнешь курить сигареты и играть на губной гармошке. На банджо. Если раньше играла на губной гармошке. До того, как мой дом и все в нем сгорело дотла. Блин, ну может чуточку ускориться, а? Такая повозка, блин, вся непонятно, в крови, то в говне, то в грязи. Жаль, ты знаешь, может я присмотрю для тебя другую. Чего ты там присмотришь для нее другую, а? Кокушки уже подкатываешь. Запрос предмет, просто обращайся со мной как с равной. Запрос предмета. Судя попросила принести ей губную гармошку. Там пацану надо было комиксы принести, ей губную гармошку. Только не убивай нашего повара, пожалуйста. Ну да, не убивай его, не убивай. Приветствую вас. Ага, здорово. Чем тут замышляешь? А, ты налетчик из Леймана. Сейчас просто едем домой. Это земля налетчиков из Леймана. Если хочешь проехать, плати налог. Не гречись, иди. Ага. Земля, ага. Хренушки тебя, не налога, понял? Вы так не думаете, может остановитесь прямо сейчас? Остановиться? Именно я это сказал. А чё скажешь на это? На! Давай, 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 отразите нападение. Где мой Ланкастер?
На. На, чё ты тут? Они хотели нас ограбить. Чё, все что ли? Вот и все нападение. Ага. Да, переезжай. Ай, молодца. А, ты же хотел побывать в бою. Ага, ничего себе тут разматывают. Чё его так мотыляет, а? Меткий глаз, белки в промеж глаз, ага. Рифма, блядь. Дыхар. Да что ж тебя так мотыляет-то, Артур? Ты чё такой дерзкий? Нифига себе. Опаньки. На. Не убежишь. Все, вроде хорошо стреляешь. Глянь, на повозку покоцали. Сэдди, ладно, я пойду. А опять? Как всегда все. А подожди, вон он идет там. Потому что и так уже много аганы. Все нормально, ага. Доберитесь до полуострова Клеменса. Ну, короче, обратно на это. Показали мы этим гадам, да, напомни мне, чтобы я никогда тебя не злил. Ха-ха. Они хотели на нас напасть, из засады. Ты показался неплохо, но не стоило устраивать бойню так близко к лагерю. Ой, поворот, 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 профукали. Оп, что-то произошло. Ах, елки-палки, возможно, и нет. Блин, не вписался мальца в поворот. Прям самую-самую малость. Налетчики из Леймана. Да, я с ними уже сталкивался. Гнусные типы, местные бандиты, которые нравится играть в солдатиков. Блин, ну можно попросить, в общем, не вздумай заикнуться Пирсону про это письмо. Как тебе не стыдно, мне бы в голову не пришло, да, мало ли чего. Ну конечно, ага, конечно, я много путешествовал и даже прославился, ага, ха-ха-ха. Ты ни одного письма не доверил, вот чё. Все, хорош, приехали, я просто хочу заглянуть в твой дневник, да жуть я хочу. Ну, загляни в мой дневничок. Так значит, ты вас там не убил, мистер Адлер? Не совсем. Ну, я бы не сказал, мне хотел бы утонченных бесед с вами, но... Чё, но, блядь. Это было бы неправда, мне там понравилось. Да, мы... миссис Адлер неплохо справилась. С покупкой продуктов. Спасибо, мистер Морган, не стоит благодарности. Я поехал с вами еще раз, мистер Адлер, если вы этого захотите. Может быть. Если докажете, что можете за себя постоять. Но все говорят, что они оттесанные, но... Порохового дыма я не боюсь. Артур, мы справимся сами. Так ты мне так очень помог. Ну ладно, мисс Зазнайка. Хорошие штаны, кстати. Ох, даже на серебро. Даже на серебро, неплохо. Посмотрим, что там надо-то было на серебро. 5 выстрелов в голову, выполнить меткость. Вот, задание использовать предметы. А, ну, восстанавливающих здоровье, все, мы ничего не пользовались. Так, ну, выпуск сегодня получился маленький, но довольно-таки интересный. Прикольная такая поездочка в магазин, блин. Но это, тем не менее, все же Red Dead Redemption 2. Здесь такое бывает сплошь и рядом. А пока что отдохнем немножечко. Будем записывать киберпанк следующей темой. Так что до новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!